команд Envy против команды Complexity. На второй карте все замечательное сражение у нас перетекло в пользу ребят из команды Envy. И, в общем-то, пиками ребята просто-напросто разменялись. Третья карта у нас карта Мираж, это Decider. Поэтому находимся здесь и рады для вас работать, друзья. Complexity за атаку, Envy за защиту, 5 юспов, 5 арморов, просто стрельба, которая не подводит пока что Фагли. Делает он 2 фрага, андроид также помогает, убивает Станислава, ну и ситуация просто легкая, беспощадно легкая для команды Envy. Ни один фраг не сумели сделать ребята из команды Complexity в этой половине первой. Ну и вот он вам, друзья, результат. 1-0. Ну и продолжение следует, как говорится. Для команды Complexity. Force раунд мы с вами наблюдаем. Есть 4 пистолета. P250, 2 чешки и дигл у Рики. И скаут есть у Шазама. У Сома есть МПшечка, вместе с андроидом будут отыгрывать с этими девайсами. Также 3 винтовки более чем хорошие у команды Envy, это М-ки. Ну и вот сейчас немножко популярнее стала как раз таки М-ка М4-1С. После опять же недавнего фикса добавили 5 патронов в обойму. Ну и в общем-то теперь больше людей юзают, потому что, конечно, с 20-ю, скажем так, были некоторые проблемы. Сом находит здесь смог Станислава, который устанавливал бомбу. Не смог все-таки бомбу установить так, чтобы его не задели. А это очень хорошо для команды Envy, потому что они выигрывают невероятным образом времени сколько. Андроид на размене после Шазама. Кстати, Шазама есть информация, но, в общем-то, размены идут все в пользу ребят из команды Envy. Последний Шазам на шарте также умирает. 2-0. Хорошее начало от команды Envy, друзья. Напомню, что здесь явные фавориты были именно Complexity. Ну, плюс-минус явные фавориты. А почему, скажу я вам очень просто, друзья, по коэффициентам. Опять же, в перерыве, когда, собственно, был тот самый перерыв буквально между второй и третьей картой, я заглянул на сайт к нашим партнерам при матче и посмотрел, что по котировкам на третью карту. Скажу я вам так, друзья, все очень грустно для команды Envy. Было там 1.3, если я не ошибаюсь. Давали. На победу в матче, соответственно, на третью карту. Но вот теперь вот счет 3-0, и Envy, в общем-то, лидирует, скажем так. Поэтому все уже хорошо у этих ребят. Андроид убивает Натыга, последнего оставшегося в живых. Ну и это 3-0. 3-0 для команды Envy, но у нас теперь есть закуп от Complexity. 4 калаша имеется, плюс АВП у Шазама. Ну и давайте смотреть, как они отыграют. С этими девайсами ждем немножко себя поджег. Нефти. На окне стоит. Пытается начекать. Но сейчас вне позиции сзади заходить будут 2 игрока атаки. Ну, просто в коробочку команду Envy загнали. И банально без проблем справились со всем этим, друзья. Но вот Сом. Сом все еще живет. Вы знаете, живет... жил до сего момента. Достаточно результативно сделал он фраг. Но далее... что-то не пошло, если честно. Ну и вот, в общем-то, уже 3 в 1. Это, возможно, первый раунд за коллективом Complexity. Это точно.
А может и не точно. Ну, скорее всего, здесь Фагли уже никуда не пойдет. И будет просто дожидаться концовки этого раунда. С надеждой засейвить свой прекрасный девайс, эмочку, ну и, в общем-то, уйти. Уйти следующий раунд с девайсами, плюс, разумеется, дропнет там по возможности. Ну и, в общем-то, первый раунд в комплекте. Забираю. 3-1. 3-1, господа. Очень медленная игра. Вяло-текучая. Такая, не то чтобы неинтересная, конечно. Вот, вы знаете, вторая карта была интереснее намного. Ну, вот, по моему личному мнению, намного интереснее, чем первая. И в целом, пока что интереснее, чем третья. Но третья только началась. Только 4 раунда прошло. Во второй карте было прям очень крутые моменты. Ну, что вспомнить только одного Сома, друзья. Я думаю, все, в общем-то, запомнили этот момент, который, наверное, решил во многом судьбу команды Envy на карте The Cash. Если кто не видел, опять же, вкратце расскажу. На пистолетном раунде... Нет, это не пистолетный был, это был второй после пистолетного. То есть при счете 9-7, соответственно, Сом смог раздефузить бомбу 1 в 5 или 2 в 5. Ну, в общем, раунд был точно 2 в 5. Ну, и, в общем-то, раздефузил он очень и очень коварно, скажем так. Момент был хороший, ну и по итогу команда Envy, возможно, за счет этого как раз-таки и смогла выиграть. А возможно, не только за счет этого. Но все же, счет закончился 16-10, весьма уверенно. Ну и вот пока что у нас начало уже за командой Envy, но тут 4 в 4 ситуация неплохая для команды комплекта. Nothing без вперед. Находит также GDM-а, это уже второй фраг для него в этом раунде. И, в общем-то, заходит на плен, должен устанавливать бомбу. И, по идее, второй раунд ребята из команды комплекса забирать обязаны. Да, 3-2. Нифти сейвит ВП. Уходит он в освояси. Постарается как раз-таки там спрятаться от всего злого мира. Ну и, в общем-то, так и есть. Друзья, кто... Кстати, вот такой вот небольшой вопросик. Кто следит за параллельным турниром Blast? Я видел... вот сейчас там финал проходит просто, да? Astralis Liquid. Сколько раз за 2 дня сыграли Astralis с Liquid? Я просто помню точно, что был один матч вчера, по-моему. И мне кажется, это может быть не только один матч. Я просто прям особо не то чтобы прям явно слежу, но точно видел, что один точно был. На протяжении 2 дней. 2 матча это уже в целом круто, конечно. Но там тоже свои истории. Свои болельщики бразильские нелестно отзывались в Астралисах. Думаю, вы также видели это. Видео были также в сети. Ну, это ладно, другое немножко. В общем-то. Ну что, у нас получается 3-й раунд. Команда комплекте забирает. Ну и, собственно, вот уже 3-3 становится счет. В общем-то, это уже неплохо. Для команды комплексити, опять же, ребята играют за атаку. По сути, взяв здесь уже какие-то там 6 раундов, этого будет более чем достаточно, наверное. Опять же, смотря за, ну, на то, как ребята отыграют на стороне защиты. Сом находит одного, дальше его разменивают. Nothing. Нифти будет принимать сейчас под коврами, но Рики не чекает эту позицию. Фагли убивает еще и Nothing, Android, Дефа.
Ну, слушайте, вот как-то тут без проблем ситуация хороша для коллектива Envy. Четвертый раунд должны забирать. Вот какие-то, знаете, раунды у нас выходят салат. Вот прям, то есть если какая-то команда берет, она берет прям уверенно. Прям максимально уверенно, без каких-либо там, не знаю, таких спорных моментов. Почему нам не показывают вот это? Да, Станислав одного, второго выбирает. Хорош! Еще двоих надо забрать, чтобы выиграть этот клатч. Можно, можно, Станислав, но бомбы-то нету. Может сейчас еще андроид найти? Нет. Не получается. И все-таки это четвертый раунд за коллективом Envy. 4-3. Друзья. Команда Envy все-таки не отпускает своих оппонентов. Вперед. Ну и несмотря на то, что выигрывала 3-0. Далее был счет 3-3. А теперь понемножку возвращается в сию игру. Дэв откидывает коктейльчик. Никого не находится на той позиции. Ну и пока что ждем. 2 МП 9. 2 УГА и АВП у GDM в руках. С девайсами проблем нету. Но вот с деньгами есть. На будущее, поэтому, разумеется, в идеале здесь забирать достаточно много раундов. ХАЕшка-то какая хорошая! 6 хп остается у Нифти. Но по-прежнему не торопится. Минута времени на таймере. И команда комплекте, по всей видимости, будет заходить на точку А. Но тут укрепление небольшое в виде троих игроков. Как раз таки команда Envy. Один вблизи, другой в ниндзе. Ну и еще один также в пленте находится. Сом не смог перестрелять своих оппонентов. Более того, информация есть за сигаретой. Вот GDM. GDM все-таки выживает каким-то волшебным образом. Два хп нереально красных. Два игрока у команды Envy. Фагли убивает Nothing'а. Прострел еще идет от Нифти также. Ну и вот ситуация 4 в 3. Бомба стоит. Под Шазама хороша бомба. Находит сейчас он Нифти. Может найти еще одного игрока. Находит еще и GDM'а. Сейчас 4 хп у него остается. Как же везет сейчас снайперу. И по итогу 4-4 команда комплекте выиграет этот раунд. Хотя как все отлично начиналось с опен-фрага для команды Envy. Захода на, опять же, плент, который, в общем-то, укреплен относительно, но ничего не помогло. 4-4. Очередной близкий счет. Ну и давайте смотреть. За 9-м раундом денег, правда, вот тут у команды Envy нет. И, скорее всего, все-таки они смогут. Они именно команды комплекте выйти вперед. Впервые в этом матче. Да, похоже, что так это и происходит. Рики. Открывается ХАЕшечку. ДФ со стерсов действует и убивает оставшихся двоих. 5-4. Комплекте все-таки выходит вперед, друзья. И, соответственно, уже имеют пятерку за атаку. Это неплохо. Это очень неплохо. Это здорово. Далее нужно просто продолжать в том же духе. И не терять веру в себя, как говорится. Есть девайсы, есть, кстати, очередной быстрый раунд на мид от дефа. Ой-ой-ой, двоих он тут забирает. Ребята с команды Envy, Нифти находит Nothing'а, но не летальным уроном. В итоге Nothing может сейчас найти, попробовать Нифти. Это коктейль молот, но немножко кривоват. Вместо этого убивает еще и GDM'а, но по Нифти инфы не так уж много. И все равно он его убивает. Ну как тут просто красиво играют ребята из команды Complexity. Действительно, максимально круто. Бомба устанавливается. Это похоже на 6-й раунд для коллектива комплекте. Да, друзья, следующий матч на этой трансляции у нас будет
и Юнайтед против команды Фурия. Интересный, кстати, момент, что в расписании у них стоят... Они стоят через 10 минут, но я надеюсь, что они подождут нас. Если не подождут, то просто влетим так, как должны влетать. Вот. Но в целом следующий матч именно такой. Вот. Тоже очень интересный матч. Вот это прям изюминка такая нашего сегодняшнего вечерне-ночного дримхака. Квалификации, разумеется, но все же. Поэтому давайте смотреть, друзья. За 11-м раундом здесь есть, кстати, сейф в виде калаша от андроида. Но все же пока что никуда не торопится. Минута 30. На таймере выход будет по точку Б. Там есть укрепление, но даже это укрепление я не думаю, что сможет противопоставить что-то. Но вот с кем есть фраг, два фрага даже оформляет. Но все равно, несмотря на это, бомба должна заходить. И ребята должны, собственно, забирать. Это все дело. Ой, Сом убивает Насинга. 2 в 2 ситуация. Диффуз-китов нету. Вот в чем проблема. Коллектива Envy, но... Не знаю, неужели будут идти до конца? Должны были видеть Шазама. Да, Нифти, конечно, увидел. Ну и вот теперь вот интересный момент. Близко-близко было. 40 кп остается у Шазама. По голове попадает, но в целом... Он расправляется. Седьмой раунд за коллективом Complexity. Как думаешь, кто выиграет, и Юнайтед, или Фурия? Мне посчастливилось откомментировать и матчи Фурии, и матчи и Юнайтед. Вы знаете, друзья, скажу честно, что один, что другой коллектив меня очень сильно обрадовал. То есть ребята действительно очень круто отыгрывают. Вот, но... скажем так... Не скажу, что ребятам попадались весьма такие серьезные, очень серьезные оппоненты. Но все равно некоторые проблемы ребята, конечно, испытывали, но уровень игры хорош. Что у одного, что у другого коллектива. Мне очень интересно посмотреть за тем, кто, собственно, окажется победителем. Но, опять же, я думаю, что здесь Юнайтед имеют... Неплохие шансы на то, чтобы забрать, ну вот, хотя бы там карту. Так точно. Вот, шансы имеют хорошие. Как будет на деле, друзья, это мы посмотрим совсем скоро. Тихо очень, меня слышно плохо. Дружище, вроде третий день уже DreamHack комментирую, никто ничего не говорил такого про звук. Вот. Вроде все хорошо было. Тут ты первый раз за 3 дня зашел. У меня настройки в микрофон не менялись. Ну, микрофон, точнее, микрофона по отношению к... Соответственно, к игре не менялись уже, наверное, года... Не знаю, короче, много времени. Вот, поэтому мне всегда умиляют такие... Ой. Меня всегда умиляют такие комментарии. Вот, я понимаю, да, все, что все хорошо. Я помню, давно очень сидел, настраивал. У меня свои настройки, то есть специальные. И под OBS, и под игру. У меня все настроено так, как должно быть настроено. Вот, то, что я там особо не эмоционирую сильно, да, как-то или кричу и тому подобное. Это, ну, друзья, это такой матч. Как бы я могу, конечно, тут кричать на каждый момент. Если есть какие-то крутые моменты, я кричу. То есть, ну... Это видно, и я всегда рад покричать. Но пока вот команды нам не то, чтобы их демонстрируют особо, поэтому... Вот меня больше такие моменты интересные удивляют. Сом пропушил, убивает одного, убивает второго. Бомба лежит, Рики заходит сзади, скна в спине. Что вообще происходит? 7-5. Счет, но 3-3. Рики убивает Сома. Бомбу надо идти подбирать. Как много проблем-то вообще. Ужас, друзья. 3 в 2. 30 секунд на таймере. Фагли
Андрей остается последний против команды комплекса. Станислав смотрит Фагли. Ну и, в общем-то, должен быть заход. А вот там, кстати, Андроид. Эх, Андроид не смог позицию свою реализовать. Ну и вот ситуация, которую команда комплекса должна выигрывать. Уже в любом случае 8-5 становится счет. Первая половина уходит за командой комплекса. В любом случае тут уже будет игра на счет от 10-5 до, соответственно, что у нас может быть? 8-7. От одного до другого. Разъем отошел. Звуки игры хорошо слышно, тебя плохо. Ну вот, да, все хорошо. Все замечательно, значит. Это самое главное. И это самое главное, друзья. 8-5. Команда комплекте себе забирает. Восьмой. Что с деньгами? Ну... Фагли засейвил. Это может, кстати, решить, да, судьбу закупа или не закупа. Так это и происходит. Ребята из команды Envy решают закупиться. Не было бы засейвленного девайса, то не было бы второго девайса. Соответственно, не думаю, что ребята бы закупали. Скорее всего, отыграли от пистолетов просто. Поэтому давайте смотреть. Нифен запушил, но деф его тут без проблем ожидал. Есть фраг по нифте. 5-4. GDM на размене. Убивает дефа. Сом убивает еще и Рики. Вот теперь 4 в 3. GDM на хорошей позиции. Находится в пленте. Nothing. Заметил GDM. Пытается попасть по нему, но немного смог мешает. Из-за этого нету точного понимания, где его оппонент находится. Ну и минута времени. На таймере. Nothing. Сом убивает Станислава. 4-2. Ну и вот он шанс, который нельзя действительно терять для команды Envy. Опа. Сом как-то промахнулся. Ну, Сом не снайпер. Ему можно. Не мейн снайпер. Разумеется. Хотел красиво, но получилось. Главное, что получилось. И это уже не важно. Ну что, друзья, 8-6. Envy просто берут у нас шестерочку. Последний раунд первой половины будем мы с вами наблюдать прямо здесь и прямо сейчас. Ну, соответственно, уже узнаем, что да как. Закончится у нас первая половина. Пока что все шансы на то, чтобы взять семерку у команды Envy есть. Ну а там уже будет видно. Опен фраг есть от нифти по Шазаму. Станислав на размене. Сом находится в коннекторе. Дэв убивает Сома с ВП. Станислав еще и фраг по Фагли. GDM последний. Это 9-й за командой комплекте, друзья. Счет становится 9-6, по всей видимости. Опять у нас начинаются спойлеры в чате, друзья. Пожалуйста. Давайте будем друг к другу относиться более уважительнее. Люди все-таки хотят посмотреть трансляцию. Вот. Ну и, собственно, будьте уважительнее ко мне, потому что мне приходится сворачивать все это дело. И, в общем-то, давать вам муты и баны. Это не всегда здорово, на самом деле. Поэтому... Да. Ну что, господа, 9-6. Первая половина заканчивается именно с таким счетом. В целом, достаточно близкое. Но, несмотря на это,
Команда комплекте набрала свою девятку за атаку, поэтому этого на самом деле может хватить. Ну и не сказать, что у Эны там плохой счет прям совсем. То есть в целом ребята могут отыгрывать от шестерки, главное брать пистолетку, ну и в общем-то брать остальные все девайсные раунды. Пока не ясно в целом, как и что будет. Но будем ждать. Да, смотрю, я тут параллельно вроде как собираются нас подождать ребята из команды United и Fury. Сейчас я, конечно, забегу еще. Смотрю. Спрошу у админов, что вообще да как. Было бы, конечно, бы неплохо посмотреть с самого начала. Так, 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 так. Ну, вроде пока... Пока ждут, и это хорошо. А может и нет. Ладно, не суть, друзья. Напомнить хочу я вам одну очень интересную вещь. Если вы вдруг забыли, друзья, то одной из самых важных вещей является то, что нужно поднять щит за безлимит. Болей за своих самым быстрым мобильным от Мегафон. Именно так, пока у нас пауза, друзья, читаю чатик, не забывайте также подписываться на соцсети, на мои соцсети, мне будет очень приятно, тот же Инстаграм, ВКонтакт и тому подобное. Ну и для вас как раз-таки работает студия RuHub. Алло, микрофон Александр Захарик-Думенко, не забывайте и подписываться на соцсети замечательной студии RuHub. Вот, поэтому такие дела. Болею за Envy, думаю, если Envy возьмут пистолеты, то изи плюс 2 раунда. 9-9. Может быть, да, может быть, друзья. Опять же, мы видели тут вторую карту, весьма интересную. Опять же, очень много индивидуальных моментов. То есть, в целом, не знаю, вчера вообще был ли кто-то на трансляции. Опять же, я для вас работаю уже второй день подряд, завтра будет третий в рамках этого турнира. Мы вчера, опять же, отмечали, что вот когда ГОСТы играли против команды Envy, что вообще в целом у Envy очень сильно изменился состав. Потому что в целом, ну, кто у них остался-то вообще? У них три игрока сменилось. У них пришел Фагли из команды Energy. У них пришел Сом, молодой и перспективный 16-летний пацан. Ну и, в общем-то, достаточно уже укомплектованный состав, но новый. И, разумеется, ребята вчера отыгрывали именно больше на индивидуальную скиллуху. Вот. И в целом, я думаю, что сейчас тоже они отыгрывают. То есть, разумеется, нет более какой-то сыгранности, да, которая там есть, например, у тех же комплекте сейчас в целом. Но все равно даже, по сути, Envy имеют хорошие шансы против команды Complexity. Не сказать, что их много, но в целом шансы есть. Вот, такие вот дела. Вчера против ГОСТов получилось, кто знает, может быть, сегодня также получится. Кстати, во сколько лег спать, до утра же комментил. Да, я вчера закончил, соответственно, где-то, если не ошибаюсь, часов в 7 утра. Ну и вот, как закончил, так и пошел спать. Где-то в 7:30 заснул, проснулся там, что-то, да, где-то тоже в 1:30. Пошел, поделал дела, и вот сейчас сижу для вас комментирую. Друзья, поэтому... Рад, что вы пришли и смотрите также прекрасные и замечательные матчи на квалификацию, точнее, квалификацию на DreamHack Masters 2019 Dallas. Ну что, пистолетка, одна из важнейших раундов. Как обычно, мы любим говорить, все комментаторы, такое клише уже. Но в целом, как-то не крути, как бы не старались... делать меньше импакта для пистолетки, все равно этот раунд весьма важен. И будет интересно, разумеется, его забрать всегда. Бомба установлена, Станислав провожает сейчас своих оппонентов, но вот андроида не проводил. Проводил только следующий раунд, есть голова по нему. 4-4 уже ситуация, GDM на размене, Фагли убивает Шазама. 4-3 в большинстве ребят из команды Envy, GDM. Сейчас, ой, как хорошо отыграл, на самом деле, очень много времени выиграл из своего коллектива, 3-2 в большинстве, и какие хорошие позиции у ребят из команды Envy, боюсь, что здесь комплексы уже никак не смогут этот раунд затащить, Сом убивает Дефа, и последний на 3 также будет умирать, друзья, это
Седьмой раунд для команды Envy. Это пистолеточка для него. Для нее, точнее, 9-7. Будут ли форсить? Вот в чем вопрос. Один из главных вопросов. Будут ли форсировать события? Ребята из команды Complexity решают, что лучше отыграть с Ивова. И отыграть, соответственно, от следующего раунда. Хотя, вы знаете, не очень я уверен, что им хватит денег на следующий раунд. Но посмотрим. Возможно, я ошибаюсь. Там 1400-1700. Ну, вы знаете, друзья, не должно хватать в полный объем денег. Просто не должно. Две 400 дадут. Вот, например, тому же Станиславу это 3900. Нет, 3... Все. Сколько я сказал? 2400, да? 2400 плюс 1400, 3800. Ну, это маловато как-то. Не знаю. Но решение, конечно, команды комплекса. Глянем, что да как. Пойду вкусняшек возьму, надеюсь, где дети спи. Грейк, что у тебя за комплектующие на ПК? Друзья, все интересные нюансы по поводу ПК, микрофона, там, не знаю, чего еще, на какой программе я записываю, на каком инструменте я играю, на каких... Ладно, все, успокойся. Короче, вся информация, друзья, есть в моей группе ВКонтакте. К сожалению, она здесь не выскакивает. Но вот в целом я ее могу вам дать ссылочкой в чатик. Будет очень приятно, кстати, если подпишетесь. Там достаточно часто проходят розыгрыши. И самые крутые новости, разумеется, там тоже для вас имеются. Работает бригада редакторов для вас каждый день. Поэтому заходите туда тоже. Так, ну что, девятый раунд у нас будет у команды Envy или не будет? Пока что непонятно. Дэв. Ждет. Ну и вот минута 10. Никто никуда не торопится. И все отыгрывают очень сейвово. Понимаю, что, в общем-то, здесь нужно успокоиться немножко. И отыграть от этого раунда. Потому что проигрывать не хочется команде Envy. Но Галил подбирает с Nothing'ом, кстати. Nothing. Убивает одного, второго! Ой-ой-ой. Nothing сейчас... Очень большой урон сделал по своим оппонентам. И, в общем-то, GDM будет сложновато вытаскивать этот раунд. Весьма сложновато, друзья. 31 хп. С гранаты, конечно, есть небольшие, но времени нету. В общем-то, сзади заходит и убивает Станислав. Десяточка все-таки имеется в комплекте. 10-8. Ну и, в общем-то... 9-9 не смогли дожать ребята из команды Envy. Пока что 10-8. Ну и что по девайсам? У нас есть 4 калашниковых, есть также Glock. И, в общем-то, все более чем хорошо. У ребят из команды Complexity. Но нужно раунды собрать. Есть open frag для Фагли, для его коллектива. Тем также бывает, но тут 3 безответных по итогу фрага. Ну и, в общем-то, нефть остается последний. Это 11 для Complexity. Похоже, что, друзья, не все так гладко. И по итогу, в общем-то, денег-то тоже нету. Выход на 12-й потенциальный. А счет 12-8, это, конечно, уже... Это не приговор. Нет, разумеется, нет. 4 раунда разницы.
Еще не все потеряно будет. Разумеется. Так. Нефти находит голову Станиславу. Можно попробовать бомбу заплентить. И ситуация, кстати, 1-2 на самом-то деле. Кинуть смог, заплентить бомбу. Отыграть от бомбы можно, можно попробовать. Вот он смог. Но смог очень палевный именно в ту позицию, где ты будешь плентить. Но он пока не торопится. Ну и будет прям в смоке плентить. Думаю, что его здесь просто прострелят. Нет, смотрите, пока не прострелили, но вот тут уже будут с двух сторон его зажимать. Хорошая попытка, бомбу поставил. Коктейль еще кинул на бомбу, но, в общем-то, все вроде как справились. Разобрались. 11-8. С деньгами небольшие проблемы, но в следующем раунде все будет уже хорошо. Надо взять пистолеты, надо взять те же... диглы, 5-7, возможно, какие-нибудь, которые нельзя взять. Ну, что-нибудь, короче, взять и постараться отыграть на максималку, авось, глядишь, и получится. Но потенциальный 12-й, да, конечно, для ребят с команды Complexity. Это факт. Что-то сижу я такой, смотрю в чат, думаю, что-то все прорекламировал, что-то забыл. Вспомнил, что не прорекламировал YouTube-канал свой. Вот, друзья, поэтому, если там кто зашел уже в группу, заходите также через группу на YouTube. Будет приятно, если еще и на YouTube залетите. Завтра как раз-таки выпущу новый ролик. Вообще просто, просто очень крутой. Поэтому также будет приятно, если присоединитесь еще и туда. Вот, все, теперь доволен. Плюс-минус. Можно смотреть дальше за командами. Так, ну что? Так, получает по голове немного nothing. В целом бомба должна устанавливаться. Опачки, фагли, находит nothing. Вот этот момент. И 5-4. На самом-то деле шансы неплохие. Можно тут заходить просто в большинстве на размене. Выиграть. Неужели ребята будут забирать этот раунд для себя? Команда Энда имеет все шансы. Еще и через своего тиммейта убивает дефа. Сейчас Нифти. Да хорош. Как это вообще сейчас произошло? Но так это и есть. И 4-2, друзья. Это раунд с пистолетами для коллектива Envy. Вау. Красиво. Очень красиво получилось. Ну и, в общем-то, 12-8 не будет. Это 11-9. Это 11-9, друзья. Так, ну что, 11-9, по деньгам не все так сладко, но ребята с команды Complexity теперь, у них есть небольшие проблемы. Ну и в целом, нужно сейчас стараться, разумеется, максимум свой показывать. И если десяточку будут ребята из команды Envy брать, то там, глядишь, и рукой подать до 11-11, а это уже временная ничья. Но пока. Но пока у нас все еще раунд. Только-только начался. Чего? Ничего не ясно. И выход будет похоже, что... Ну нет, пока непонятно, куда. Ребята, не торопятся, но... Наверное, поторопиться потихонечку-то надо бы, потому что минута уже на таймере. И примерное понимание должно быть. У ребят, куда держат путь. Nothing откидывает смог. GDM находит дефа. Загулял, загулял тут у нас деф. Ну вот он фраг. Нефть убивает также еще и Nothing.
Бомба установлена. Нифтин, Нифтин. Настреливает, убивает одного. Шазама 7 хп. Фагли убивает еще и Шазама. Рик последний. Это десяточка для Энви. Денег нету. Ну что тут вообще, друзья, происходит? Тут невероятно, на самом деле, на карте. То одни, то другие, то третьи выигрывают. Непонятно, на самом деле, кто окажется победителем. Ну вот, уже близко подпускают себя коллектив комплекса. И с деньгами уже проблема. Это выход на временную ничью, на счет 11-11, так и есть. Друзья, это может на самом деле стать палкой в колесах ребят из команды комплекса. Но пока что нужно им вспомнить, что они играют за защиту. Что сторона сильная. Что все вроде как хорошо. И далее стараться проявить свой максимум. Пока что не все так замечательно, как хотелось бы, наверное. Ну и Рики, вот что он тут хотел сделать, честно, друзья, понять не могу. Но, видимо, какая-то задумка у него была, но что-то она не очень себя реализовала, если честно. По итогу. Ну, давайте смотреть. Деф настреливает по нити. Есть один фраг, но там уже в меньшинстве. Ребята, в целом это сложновато на самом деле. Для них будет. Андроид убивает Шазама. Шазема. Nothing. Есть фраг по Сому. Ждем откидывает смачок. Можно заходить устанавливать бомбу. Андроид уже в пленте. Бомбу нужно подбирать и плентить. Ну и бомба запленчена. Раунд команда Envy должна забирать себе. Какие бы проблемы у них не были. Так это должно быть. Бомба стоит. Фагли убивает дефа. Nothing последний. Ну и можно, можно, конечно, попробовать здесь забрать GDM-а, но в целом это должен быть, друзья, 11 раунд за коллективом Envy. Так и есть. 11-11. Сравнивается, соответственно, счет на карте The Mirage. GDM открывается, убивает Nothing. Тут скорее даже немножко Nothing открылся. Ну и вот такая вот ошибка произошла. Паглем находит дефа. Куда бегут-то вообще в целом игроки? Куда торопятся? В чем проблема игроков команды комплекса? Одно хп тустился у Шазама, так бы он тоже упал. Но вот прям не все получается у ребят из команды комплекса. Но 3 в 3. Ситуация по-прежнему играбельная, хорошая. Сом убивает Шазама. Сом. Будет ли чекать сейчас Рики? Вот в чем вопрос. Точнее, это Станислава. Станислава не чекают. Станислав здесь закрывает двоих. 31 хп остается у GDM, но это снайпер. У него есть ВП. Ему, конечно, не так критично дамаг этот получить. Но Рики. Рики. Рики все-таки убивает, друзья. И берет раунд для своего коллектива. Вот такой вот даже небольшой БМчик. 12-11. Все-таки комплексити выходит вперед. Хотя в каком-то моменте раунда ситуация была 3 в 2. В большинстве для ребят из команды Envy.
12-11. Раунд преимущества есть. Но, ребят, с командой Complexity Nothing находится на шарте. Станислав немножко продамажился сейчас оппонентов. Nothing убивает еще и Фагли. Станислав убивает Нифти. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот это беда. Станислав бьет еще и АВП, убивает его. Но вот прям вообще как-то грустно теперь уже в сторону команды Envy. Андрей убивает двоих, но тут закрывает Nothing. 13 раунд, комплексити берут. Это 13-11, друзья. И это три раунда, которые отделяют команду Complexity от победы. В рамках этого BO3 противостояния. Против своих оппонентов. Параллельно, кстати, друзья, там астралисы проигрывают команде Liquid на первой карте. Финале это тоже момент. Так, я вот смотрю, у нас там United против команды Fury начали уже играть. Так, почему нас не подождали? Беда. Ну да ладно, комплексити выигрывают 14 раунд, 14-11, денежка есть. Будет. Скажем так. Ну, быть должна. И, в общем-то, возможно, последний шанс для коллектива Envy сейчас вернуться еще в игру. Вспомнить, что, эх, молодость у нас была такая хорошая. Давайте мы тряхнем стариной. И, может быть, действительно что-нибудь выйдет. Но пока об этом рановато, друзья. Пауза снимается. И давайте глядеть за, соответственно, продолжением банкета. Будет ли это самое продолжение? Вот в чем вопрос. Ну что, команда Envy. Втроем на миду. Андроид сейчас пытается найти своего оппонента в апартаментах. Андроид убивает Станислава. Тут Деф убивает двоих, но на размене. 3-3, Андроид. Заметил Рики, можно убивать его. 3-2 ситуация. Большинство ребят из команды Envy можно заходить на точку Б. И уже ребята заходят, ставят бомбу. И в большинстве они уже отыгрывают. Это хорошо. Для этих парней. Нифти. Кидывают коктейль молотова. Два игрока будут отыгрывать именно с шарта. Но это шанс для команды Envy, да. Они забирают. И, в общем-то, счет становится 14-12. Можно тап? Можно, друзья. Держите. Двенадцатый раунд ребята берут из команды Envy. Опять же, все очень близко, очень сложно, проблематично, но в целом все-таки они забирают. Это весьма интересно и неплохо, скажем так. Матч ставится на паузу. Ну и давайте смотреть. Liquid первую карту взяли в Астрале. Сенсация, да. Ну, как сказать, сенсация. Взяли, да. Но, разумеется, еще и не выиграли. Поэтому рано, друзья. Тем более, это была вроде как их карта, если не ошибаюсь. Поэтому не страшно. Ну что, 14-12, друзья. Команда комплекса решает закупиться. У нас тут на полную.
И если что, отыграть от 14-14. Три-три. Большинство ребят из команды Complexity. Нифти убивает Шазама. 3-3. Очень близкая ситуация. Для того, что другого коллектива, но все-таки Нифти справляется и убивает двоих. Делает ситуацию хорошей для своей команды. 3-2. Правда, Станислав отвечает с дигла по Нифти. И теперь 2-2. Опять GTM настреливает, кончаются патроны. Что вообще происходит? Невероятным образом как-то команды отыгрывают. GTM бежит дальше, есть информация, но все зафлешены. Там сзади убивает GTM Станислава, но сзади там смог лежит. Вот почему Рики не смог спину убивать, друзья. О, ну что, Рики промахнулся. Вот это был самый важный, наверное, сейчас выстрел для Complexity. Ну и, соответственно, они, в общем-то, его не реализовали. Шансы были, но, в общем-то, надо здесь просто уходить на сейв. На сейв, может быть, уйти Рики. Он хочет задиффузить, друзья. Он хочет сделать ниндзя-диффуз. Но нет. Ножку увидел! Не увидел ножку, да ладно, серьезно! Диффуз идет, 5-4, там 3, 2, 1 секунда. Нет. Друзья, двоих он убивает, но такого... Ой, вообще, что сейчас было? Какие же тайминги, но мог же действительно раздиффузить. Мог же просто взять и раздиффузить, но вот игрок не дал, который был на Дельпане. Хорошая попытка, скажем так. Но все умирают, все теряют девайсы, с экономикой проблемы. Откидывается флешечка. Сейчас на мид и 14-13. Давайте смотреть, по-прежнему с деньгами не все в порядке. Ребята из команды Complexity будут они закупаться также до последнего. Три М-ки, МП-9 и АУК. Ну и минута 15 на таймере. Не торопится пока у нас ребята из команды Envy. Стараются вынудить именно, ну, во-первых, на ошибки, а во-вторых, на реализацию гранат своих оппонентов. GDM под флешку пытается продействовать, но там лежит смоук, который не даст позволить сделать фраг GDM. Ну и смоук также кладется шазамом в пит. Фагли вместе с тиммейтами будут заходить, скорее всего, по точку А. Сплитом. Так и есть, Настин кладет смоук. Ну и... Ох ты. Попадает смоком немножко. Не точно. Но зато, в общем-то, этот промах теперь решил судьбу Настинга. GDM убивает его. Опенфраг есть. Шазам. Правда, на размене убивает андроида. 4 в 4 ситуация. Шазам. Шазам это не чекает. Шазам здесь убивает двоих и Complexity... За счет Шазама и Дефа, Кроссфайра, в общем-то, похоже, что выигрывают для себя 15-й раунд, 15-13. Это, друзья, два матч-поинта для коллектива Complexity. Так и есть. Два шанса на то, чтобы закрыть... Это БО3. Все и сразу. Смогут ли Envy? Давайте смотреть, есть ВП у GDM. 4 пистолета, не самые лучшие девайсы, но
Тут уж нужно... Тут уж не до выбора, друзья. Очевидно. Ну, давайте смотреть. За 14-м раундом второй половины. И полетели. Есть ВП GDM. 4 пистолета. Минута 30 на таймере. И команда Envy пока что находится втроем именно вблизи точки А. Сом также перетягивается. Скидывает флешку. Это даже не флешка была, а скорее ложная. Ну и смотрите, что у нас тут происходит. Тут у нас Nothing поджал. Поджал сейчас апартаменты точки Б, но выход-то будет от Envy от А. На А. Ну и давайте смотреть выход. От этих парней на GDM сейчас возлагается нереальная ответственность. Станислав убивает GDM Нифти на размене. 4 в 4. Дальше идет Нифти, убивает еще и Депа. Фагли убивает еще Станислава. Как сейчас команда Нэнви просто в хорошей ситуации оказывается. 3 в 2. Большинстве ребят из команды Нэнви можно это забирать. В любом случае, если немножечко повезет. Так, это ли Молотова? Позиции там нету, Nothing должен заходить, убивает одного, может еще и второго забрать. И в итоге теперь 2 в 1, Android остается один против двоих. Android убивает Nothing, и сейчас ты хорош, какая невероятная ситуация для Android. И он, похоже, что может это затащить. Android все-таки убивает Рики. Это 15-14 для команды Envy, друзья. Ой-ой-ой-ой-ой, какая же просто потная банька у нас здесь на Мираже. Просто невероятно. Просто нету никаких слов, друзья. Это 15-14, и мы еще в игре вместе с командой Envy. И, возможно, допы еще смогут нас порадовать, потому что одни допы мы сегодня видели. Нет, или не видели. Видели или не видели. Не помню, что-то забыл. Помню, не видели. Ну ладно, не суть. Главное, что можем сейчас увидеть. Там 16-14 было, или допы это были? По-моему, допы были, да? Если не ошибаюсь, на Инферно. Вот, значит, видели. Вот, это хорошо. Это значит, что я еще не плыву. Немного. Ну что, друзья, 30-й раунд. Давайте смотреть. Девайсов нету у комплекта. Это значит, что это отличный, возможный 15-й для команды Envy. Это можно в целом сейчас забирать. Давайте смотреть Nothing вместе с Дефом. Деф идет сейчас пушить. Деф вместе с Nothing могут зайти в спину. Ой-ой-ой, это может закрыться, но команда Envy кладет смог за собой. Но там Деф. Деф убивает уже вместе с Рики по фрагу. Ждем на размене с информация о Дефе. Надо андроиду отыграться его, винив тебя и Станислава. Но проблема в том, что у андроида сейчас бомба. И андроида видно, Деф убивает андроиды. 3 в 2. Ситуация по-прежнему большинстве. Ребята с команды Комплексити. Нифти и СО могут растащить это. И могут на самом деле все выявить на 15-15 и на допы. Но надо подобрать бомбу, надо заплентить, надо отыграть. Деф занимает хорошую позицию. Его тут могут просто банально не ждать, хотя должны. Давайте смотреть Nothing. Пропускает игрока. Убивает Дефа, да хорош, какую вертуху поставил сейчас Нифти. Так, информация есть еще и по второму. Он заходит и убивает Nothing. Это хорош. Серьезная информация есть по последнему игроку, который находится в окне. Шазам остается 1 в 2. У него скаут только лишний. Неужели это ребята могут затащить? Остается 17 хп. У Шазама везет немного. 1 в 1. Против Шазам, против Сомы. И все-таки Сом выигрывает. Да ладно, как это Envy смогли затащить, друзья. 15-15. Это допы. Хорош вообще команда Envy. Врывается, ну, тут просто Нифти действительно затащил. Что мы сейчас смотрим, друзья? Просто финал мажора не сравнится по эмоциям вот с этим. Вау, допы были на первой карте, супер, да. Значит, не все так просто. Ну, слушайте, у нас двое доп. В рамках одного БУ-3, это, конечно,
Это, конечно, не то слово, это прям круто. У нас тут, правда, пятый игрок почему-то отлетает. Кто это вообще был у нас? Непонятно, кстати, кто у нас вылетел. А, это Сом, видимо, вылетел. Обрадовался, наверное, там просто молотком начал стучать по клавиатуре, ну и случайно вылетел. Такое тоже бывает. Ну что? Выдохнули, друзья. Ого, что тут рики ставят вообще. Имба. Еще одни допы. Самое, что, конечно, крутое, это то, что сейчас параллельно идет матч Фурии против, соответственно, тех, кого мы должны были смотреть. И они нас не ждут. Понимаете, в чем проблема? 9-3 там. Ситуация. Там 9-3 выигрывает Фурия. И вот проблема этих квалификаций, то, что тут просто параллельно идут матчи, как хотят. И в целом на следующий матч, просто сейчас я не знаю, насколько эта карта еще растянется. Мы можем прийти, а там уже будет вторая. Это прям будет не очень, если честно. Ну что ж тут поделать. Разумеется, переключаться мы не будем, останемся до конца на этом. Это понятное дело. Такой экшен смотрели с самого начала, а потом бац, переключиться на 9-3. Это, конечно, будет глупо, друзья. Но просто имею в виду, имейте в виду, что сразу после этого матча у нас будет, соответственно, следующий матч. Это будет Фурия против E-United. Вот. Прям, наверное, даже не будем прерываться на перерыв. Если только мы не попадем в перерыв именно между первой и второй картой. Там посмотрим. Друзья, может быть, даже, не знаю, небольшой розыгрыш сделать для вас. Буквально, там, например, $2-3, я не знаю. Что думаете? Раз уж у нас такие матчи красивые. Чисто такой вот подгончик небольшой. Чисто такой вот небольшой подгончик. Что думаете, друзья? Ближе так концовочки игры. Чисто легонько, например, на $3 сделать розыгрыш. Вот. Но я вижу, что не против, не против. Игроки. Ой, господи, игроки, говорю. Зрители. И это хорошо, друзья. Значит, далеко не расходитесь после этого матча. Тогда большой розыгрыш проведем. Для вас проведу, точнее, я лично. Из своего кармана. Небольшой для вас. Поэтому ждите. Хотя, может быть, проще сейчас провести. Давайте, пока у нас тут пауза, я этим займусь. В принципе, у меня все равно второй монитор. Я, если что, увижу. В общем, как мы сделаем, друзья. Давайте так. Значит, смотрите, господа. Секунду. Вот, сделал я постик небольшой у себя в группе. Вот, друзья, скидываю я вам в чатик, соответственно, без репостов, без ничего, просто участвуйте, и тогда подведем после матча результаты. Опять же, пока у нас пауза. Так, а что это у меня два раза задублировался пост или что? Это мне не надо. Не, все хорошо, один раз. Здорово. Здорово, 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 здорово. Вот, поэтому, да, подведем результаты после игры, друзья. Чисто такой подгончик от меня вам. Пока у нас рядом тут пауза, чатик читаю. Ну и, в общем-то, так чисто чилим. Так, а можно, пожалуйста, мы начнем? Господа, у нас второй матч там. Второй матч ждут команды нас, Фурия. Вы понимаете, друзья? Нас там ждут. Поторопитесь, пожалуйста.
Слушай, сейчас я прочитаю конференцию, может быть, там что-то написали. Нет, ничего не написали. Опять же, не беспокойтесь, что вот немножко, да, тут небольшие фрезы, да. Это нормально, я просто сворачиваюсь, стараюсь все по-быстрому сделать. Поэтому вот как-то так. Вот, друзья, поэтому не забывайте также подписываться на мои соцсети, вот, The Craggy на соцсети, моей студии, студии Рухаб, друзья, обязательно, прям вот, первым делом, после матча, обязательно подписывайтесь, мы для вас работаем, мы для вас стараемся, ночью не спим, не кушаем, только по праздникам, вот, и комментируем, поэтому такие дела, ну и, разумеется, также небольшой розыгрыш, друзья, тоже не забывайте и про него. Все, поехали. 15-15. Допы. Let's go. Очень и очень интересный момент сего матча. Энви за атаку. Комплекс за защиту. На третьей карте выясняют отношения за выход дальше. Рики находит первый фраг, андроид на размене, Станислав сжигает андроида, Рики убивает еще одного, тут Станислав сжигает еще и GDM, этот коктейль Молотова просто унес две жизни, нефть остается последним против четверых, и похоже, что это уже не тащибельный раунд для ребят из команды Envy. Скорее всего, друзья, так это и будет, Шазам убивает, соответственно, нефти, и это раунд для команды комплексити, очень быстрый. Решили сделать раунд ребята из команды Envy, но закончилось это все не так радужно, как, наверное, хотели бы ребята сделать. Поэтому, ну, вот так вот произошло, скажем так. Смотрим дальше. Друзья. Давайте смотреть. Факт. На мидом своими тиммейтами. Сейчас будут ребята отыгрывать фагля. Кидывает смог. И опять же, пока что халдят. Халдят, что одни, что другие. GDM пытается открыться с снайперского девайса. Там вдалеке. Ой-ой-ой, как же сейчас не повезло. GDM увидел, ступ, казалось бы, сделает фраг, но Шазам сделал его первый. Нефти добивает дефа. 4 в 4 ситуация хорошая. В принципе, рабочая для атаки. Ну и пока немножко ждут. Не торопятся ребята из команды Envy. Перетягиваются под апленд. Но угадывают там ребята из команды Complexity. Вот в чем проблема для них. И сейчас будет все-таки выход на... Если смоки. Смоков нету. Есть только коктейль Молотова, три флешки и хаешка. Эта история грустная. Шазам открывается, убивает нефти. Андроид. Должен сейчас снимать Nothing. Android убивает Nothing. Ситуация 3-3. Нужно ставить бомбу. Сейчас как можно быстрее. Есть информация о том, что игроки находятся на как раз-таки КТ. Бомба устанавливается под шорт. Можно отыграть, например, Сому на шорте. Так, Фагли залезает на бокс. Здесь близко очень. Фагли убивает сейчас. Рики, Фагли убивает еще и Шазама. Да ладно! И остается последний Станислав против двоих, друзья. Бомба хорошо поставлена именно под команду Envy. Это может быть 16-й. Для коллектива Envy, но все-таки Станислав находится сейчас в Фагли. Сом один в один против Станислава. По сути, очень хорошая позиция для того, чтобы выиграть именно Станиславу этот момент. Убивает он его и все-таки успевается диффузить. Да хорош, как сейчас. Станислав убивает двоих и тащит клатч 1-2. Беда. Беда, друзья. Немножко не подфартило тут ребятам из команды Envy. Хотя шансы были все на то, чтобы прекрасно забирать, соответственно, и реализовывать свои шансы. Второй раунд подряд забирают ребята из команды. Complexity. GDM. Идет, пытается кого-либо найти, пока никого не видит, но может Шазама найти, да. Шазама находит, 5-4, опенфраг для команды Envy. Ну и, разумеется, в идеале сейчас нужно ребятам из команды Envy взять хотя бы один раунд, потому что...
Ну что уж тут сказать. Нужно ну, хотя бы 2-1. Один за атаку, это, в принципе, играбельно более чем. Не то чтобы выиграть, но, наверное, перевести нас на вторые допы можно будет. Так точно. А может и выиграть. Но пока, главное довести этот раунд до конца. Нифти. Подбирает бомбу. Идет к своим тиммейтам на миду. И, в общем-то, ребята, похоже, что будут сплитовать точку А. Там три игрока. Вот зачекать бы на самом деле Б. Было бы неплохо, там только лишь один опорник. Но можно подсадить одного игрока в окно. И это будет хорошим решением. Но ребята вчетвером, похоже, что идут вот так вот, прям на пролом. Не уверен, что это самое лучшее решение, но вроде как с разменом заходит. 3-3 ситуация. Опять же, там с шарта нужно быть аккуратней. Там вроде как уже перестроился игрок, это Станислав. И да, GDM ждет его, смотрит. Видно, но не попадает по Станиславу. Вот теперь вот убивает. 3-2, но времени-то нету. 15 секунд, нужно заходить, уже ставить бомбу быстрее. Деф убивает одного, убивает еще и второго. Это хорош, Деф. Просто не зачекали. И бомба почему-то устанавливалась не под шарту. Вот в чем проблема, друзья. Деф убивает еще и последнего. 18-15. Кучу ошибок от команды Envy. И, в общем-то, эти ребята не могут реализовывать. К сожалению, для них вот так все получается. 18-15. Видимо, очередной перерыв у нас небольшой между половинами. Надеемся, тоже он будет недолгим. Потому что, друзья, нас ждет уже второй матч. Там ждет второй матч, на который мы, видимо, не успеем на первую карту, потому что там 14-5 в пользу команды Фурия. Вот, но подсоединимся хотя бы ко второй, хотя посмотрим, может быть, еще на концовочку и успеем. Друзья, все очень просто, разыграем после... Опять же, если мы успеем на первую карту, разыграем после первой карты второго матча, чтобы как бы не бежать. Если не успеем, то просто-напросто разыграем после этого. Вот, поэтому буквально тут остается пару минут, розыгрыш очень легкий, простой. $3. Изи. Чё уж там, не валяются, как говорится, на земле. Хотя, не знаю. Иногда можно и $3 найти на земле. Бывает и такое. Бывает и такое, друзья. Ну что, 18-15. Один раунд отделяет команду Complexity от победы в рамках этого BO3. Против коллектива Envy. Деф. Отъедок от Эль Молотова. Рики. Откидывает смог. Все шансы на то, чтобы закончить в комплекте есть. Нужен один из трех раундов. Или же команды Envy нужно брать полностью три. И, в общем-то, показывать, что ребята здесь сильнее всех. Nothing. Находится в коврах. Android тайминговый молотов накидывает. И это, кстати, три игрока на укрепление небольшое от команды Envy. Это может сработать. На самом деле, выход будет сейчас через пит. Деф убивает Сома. GDM убивает Рики. Деф также на... отрабатывает еще один фраг. Ну и большинство за ребят из команды Complexity. Отличные шансы, чтобы закончить здесь все и вся. Шазам. Немножко пока что ему не везет, но 3 в 4 в меньшинстве. Ребята из команды Envy пытаются что-либо здесь продемонстрировать. Нужно идти быстрее. Бомба тикает. Время играет на коллектив комплекте. Там уже игрок обходит с шарта. Это ситуация не самая лучшая. Нужно находить смок и диффузить. Просто садиться диффузить сейчас. Ребятам из команды Envy убивает. Вот вообще каким-то невероятным образом. Нужно просто садиться и диффузить игрокам команды. Это они выигрывают этот раунд каким-то образом. Как это можно было выиграть? Точнее, даже другой вопрос, друзья. Как это можно было проиграть? Команда Complexity. Просто жесть, друзья. Но все-таки Envy забирают 16-й себе. И это отыгранный один матчпоинт. Выдохнули. 18-16. Все еще может случиться для коллектива Envy. Смотрим дальше. Друзья,
По-прежнему денежка есть. И у одних, и у других, разумеется, и будут до конца, похоже, что. Смог откидывается в окно. Сейчас, опять же, комплект находится вблизи точки А. Вместе с бомбой. Сом находит Шазама. 5 в 4. Интересный мув. Nothing откидывает смог на коннектор. И Рики пытается в пету найти кого-либо, но пока никого не находит. Все еще большинством для ребят из команды Envy. Так. Фагли. Прыгает. Пытается кого-либо начекать, но пока никого не видно. 50 секунд времени, надо поторапливаться потихоньку ребятам из команды Complexity, потому что время сейчас, разумеется, идет именно в пользу коллектива Envy. Нифти ждет, и на его прицел может выйти Рики. Да, без проблем. Все перестрелки проигрываются, кроме перестрелки с Дефом. Деф что-то прям жестко убивает одного, убивает второго. Бомбу надо подобрать, 20 секунд, но тут Нифти этого сделать не дает. 18-17, еще один отыгранный матчпоинт. И остается последний, друзья, матчпоинт. И последний шанс для коллектива Complexity. Ну, или же очередные допы, вторые. И, как говорится, все начиная сначала. Но до этого нужно еще дойти. Давайте смотреть, друзья. Есть хорошие девайсы, есть две снайперские винтовки, три обычные винтовки. Ну и также четыре калашниковых с снайперской винтовкой от Шазама. Нифти смотрит шорт. Нифти! Отличный фраг по Станиславу. Не промахивается, не ошибается. Есть как раз таки хорошее начало для команды Envy. Можно продолжать дальше. Нифти пристраивается под апарты. Откидывает смог. По-прежнему смотрит шорт. Там есть Шазам, которого можно также наказать. Потому что есть информация о том, что он выстрелил сейчас. Нифти убивает еще и Шазама. Уже два фрага для команды Envy. 5-3. В большинстве, и это отличная возможность выйти на вторые допы, друзья. На третьей карте в этом БО3 противостоянии. Но Рики дожимает все-таки Нифти. Ситуация по-прежнему в большинстве для команды Envy, но теперь уже 4 в 3. Рики может действовать с шарта. Так, Рики откидывает молотов на окно. И падает. На пленте только лишь один игрок, это GDM, который находится сейчас... Ой, как это так? Ты не попадаешь, зачем стреляешь, когда ты прыгаешь, дружище? Два вопроса сразу. 28 секунд, бомба идет на точку А. Это похоже, что понимают ребята из команды Envy. Каждая секунда идет на пользу ребятам из команды Envy. GDM залезает, находит сейчас Рики. 4-2 ситуация, такое проигрывать просто нельзя. 15 секунд на таймере, Сом убивает еще и Дефа. Nothing остается последний, против 4 убивает одного. 13 секунд на таймере, нужно заходить ставить бомбу. Ну как же здесь много игроков уже против этого самого парнишки. Друзья, это вторые допы, это 18-18. Все начинается сначала. Просто жесть. Просто невероятным образом как-то здесь коллективы не могут выяснить, кто же все-таки будет победителем. Вторые допы. 3-0 закончили одним, 3-0 сыграли другие. Опять же, вытираем пот. Все еще может быть. Ну вот только не надо еще минут на 10 паузу ставить, пожалуйста. У нас там уже только матч идет. Невероятным образом у нас там матч идет. Ну-ка, дайте я быстренько загляну. 15-8. Там вообще камбэк от United идет. Безумие какое-то. Вообще, мне нужно еще сходить за зарядкой для телефона, потому что у меня тоже потихоньку умирает. Кто уж думал, что такие потные матчи будут, друзья. Опять же, давайте прям проголосуем еще, кто за кого болеет, друзья. Поднимайте щиты за своих. Болейте за свои любимые коллективы, ну и поднимайте, не забудьте поднять щит за безлимит, болейте за своих самым быстрым мобильным от Мегафон, друзья. Это точно. Прям 100%. Также не забывайте
что у нас, друзья, прямо сейчас, вот прямо сейчас, я для вас сделал небольшой розыгрыш, опять же, кто еще не видел, в группе ВКонтакте буквально на $3 быстро и по окончанию матча разыграем. $3 без репостов, без ничего. Ссылочку в чатике оставлю, можете зайти и как раз-таки поучаствовать. После матча подведем итоги. Вот, ну и не забывайте также подписываться на соцсети. На мои, на Рухаба. Вот, в ВК-группы заходите. Ну и, разумеется, там Твиттер, Инстаграм и все как нужно, друзья. Вот. Уложился. Уложился идеально. Полетели. Друзья, на вторые допы. 18-18. Сыграно 36 раундов карты Демираж. Будет сыграно еще 4. То есть минимум 40 раундов мы с вами увидим. Это прям такая потная, хорошая заруба. Даже иногда бывает такое, друзья, в рамках двух матчей. А у нас тут в рамках только лишь одной катки. Поэтому давайте смотреть. Погнали. Откидывает коктейль. Пока что не торопится. Сом стоит вблизи. Андроид убивает Рики. Станислав на размине. 4-4 ситуация. Энви. Сейчас в большинстве. 3 в 2 по итогу всех разменов. Сейчас Фагли открывается. Убивает еще и Станислава. Фагли. Ой-ой-ой. Мог сейчас убивать Дефа. Должен был, наверное. Но все-таки Деф перестреливает. И ситуация 2 в 1 для команды Энви. Бомба устанавливается под шарту. И Деф. Что тут будет делать? Пока что просто стоит и ждет. Но команда Энви будет отыгрывать именно вместе. Это очень правильное решение. Диффуз-киты есть, и нужно им сейчас этот раунд, разумеется, не отпускать. Сом чекает все позиции. На шарте нету. А Деф смотрит одну, действительно, и ту же позицию. Сома забирает Деф один в один. GDM диффузит. GDM или Деф. Все-таки это Деф. Тащит клатч 1 в 3. Да как это просто невероятно, друзья. Деф творит очень и очень жесткие вещи. 34 фрага у этого парня. Ну, нельзя его никак остановить. 1 в 3 раунд для этого парня. Очень обидный раунд для болельщиков команды Envy. Но 19-й все-таки берут ребята из команды Complexity. Треги 2 часа ночи. Мне еще финал старается смотреть. Друзья, ничем не могу помочь. Нам еще смотреть матчи Бразилии против Юнайтед. Поэтому смотрим, болеем, сопереживаем. Как говорится. Андроид откидывает хаешечку. Нафиг ее получается. 79 кп у него остается после этой встречи с хаешкой. GDM. Пять в пять. Пока никуда не торопится. Ни одна, ни другая команда. Ну и давайте глядеть, что же все-таки смогут придумать у нас ребята из команды Complexity. Придумать надо именно им, потому что в целом Envy просто стоят, принимают, ну и в общем-то все. Вот так вот примерно. Нифти убивает Станислава, 5-4, хороший молотов, который по итогу выгнал сейчас оппонента. Сом успевает все-таки сделать фраг по Рике, Деф не успел. И поэтому в большинстве ребята из команды Envy. Шазам будет открываться, но там его ждет. Какая невезуха сейчас для Нифти. Нифти попадает в ногу, поэтому не смертельно. Жил там до последнего Шазам, но в итоге Андроид его закрывает. Деф остается 1 в 2. Он уже тащил такие клатчи на прошлом раунде. Убивает еще и Андроида. Бомбу устанавливает, но это фейк. Против Фагли отыгрывает 1 в 1. Деф может потащить еще и этот клатч подряд второй. Но здесь уже тайминг играет не для него. Фагли оказывается сильнее в рамках как раз таки этого. 1 в 1. 19-19, друзья, сравнивается счет. И просто что-то с чем-то у нас. Тут не матч какой-то. Невероятные эмоции. Просто безумие.
какой-то от команд. Но это очень здорово. Спасибо, разумеется, им за такую хорошую игру. Погнали! На машине. Nothing. Откидывает хаешечку. Ну и вот минута 20 на таймере. Попытка, опять же, очередная взять команде Envy 20. Потому что за атаку будет сложно. Комплексити уже взяли один за атаку. Давайте смотреть. Станислав. Открывается. Тут может найти Сома. Так, это происходит. 5-4. Рикем откидывает хаешку. Не самое точное, но тоже неприятно. Бомба должна устанавливаться уже с секунды на секунду. GDM. Так. Находит GDM Nothing'а. Идет дальше. Старается найти кого-либо на просторах Аплента. GDM находит же, убивает еще и Шазама. GDM вот дальше немножко не фартит. И деф убивает двоих. И, в общем-то, Рики заканчивает все это дело. 20-19. Пользу ребят из команды Complexity. Это уже заявочка, друзья. Хорошая такая заявочка на победу. И да, небольшая пауза. У нас очень много пауз. Просто невероятное количество пауз. Ну да ладно. Двадцать-19. Пользу ребят из команды Complexity. Буквально два раунда отделяют их от победы. Ну а для коллектива Envy's впереди работа тоже непростая. Три раунда им нужно... Три раунда им нужно брать для победы. И два раунда до ничьи, соответственно, до следующих допов. Ну и давайте смотреть. Рики будет находиться на точке Б вместе с двумя тиммейтами, которые сейчас оттянулись на шарту. Нифти откидывает флешечку. Под нее можно будет, в принципе, залететь. Но пока что ничего такого не происходит. Станислав вместе с Рики. Но выход-то будет похож, что по точку А здесь деф, которого не читают. Убивает одного, но... А куда дальше смотрел деф, непонятно. GDM на размене. Nothing все-таки перестреливает Нифти. 4 в 3 в большинстве для ребят из команды Complexity находятся они сейчас, но нужно заходить, нужно продлевать смок и ставить бомбу. Так это происходит, хороший тайминг смока. Кстати, прострел идет, но вот немножко не туда. Вначале залетел, а дальше просто не хватило урона. Ну что, Envy смогут ли отыграть в меньшинстве? GDM, в принципе, смотрит пит. И вот иногда посматривает апартаменты. Там вот именно ждут сейчас игрока как раз-таки саппартов. Шазам убивает андроида. Рики. Сом, есть трак по Nothing'у. GDM остается последний. 1 в 2. Убивает одного. Но все-таки это раунд за ребятами из команды Envy. Ой, точнее, комплексти, прошу прощения. Но вот немножко не хватило времени, чтобы раздефузить. Чтобы не дать раздефузить. 21-19, это у нас, получается, два матч-поинта очередных для команды Complexity, друзья. Ну и давайте смотреть, по итогу будет быстрый раунд от ребят из команды Envy. Да, действительно, бегут. Станислав находит уже андроида. Дальше находит еще и Сома. GDM на размене убивает Станислава. GDM убивает еще и Nothing'а. Фагли убивает Рики.
Это когда-нибудь закончится вообще или нет, друзья? Мне кажется, что ответ будет отрицательным. 3 в 2. В большинстве ребят из команды Envy шанс выиграть 20-й раунд. Нифти, хорошая позиция. Его тут могут не чекать, разумеется, по таймингу такому. Деф умирает, шазам последний против троих. Это 20-й для команды Envy, друзья. 21-20. Что вообще происходит в этом матче? Я понять, честное слово, друзья, пока что не могу. Но очередной матчпоинт есть у ребят из команды Complexity. Можно закрыть. Ну, а можно перейти еще на третьи допы. Разумеется, стоит отметить, друзья, GDM-а. GDM-а и Нифти, ребята. Ну и Фагли. Ну, в большинстве именно GDM-а хочется отметить, потому что почти 40 фрагов он настрелял, 37 у него. Это очень много. Действительно, очень-очень много фрагов. Сом ждет флешку. Под флешку вырывается, убивает деф. Опять 4 в большинстве ребят из команды Envy. Неужели они хотят сыграть еще одни овертаймы? Вот в чем вопрос. Хотят ли? Давайте смотреть. Пока что, опять же, все шансы на то, чтобы реализовать. Это самое преимущество. Есть время, есть гранаты, есть примерное понимание, как можно отыграть. От всего этого. И атака идет на точку А. Здесь есть Nothing, который в позиции, ну, скажем так, не уверен, что нам очень много фрагов. Его должны чекать, по идее. Да, его зачекают. И как-то со стрельбой у него не идет. Его здесь просто выкуривают. 5 в 3 в большинстве ребята из команды Envy заходят на точку А. И 3 в 5. Ситуация хороша для Envy-сов. Нужно останавливать бомбу. Нужно действительно просто добирать этот момент. Но Шазам открывается. Убивает одного. Шазам убивает еще и второго. Ситуация 3 в 3 мгновенно. Рики убивает еще и Сома. Вот теперь вот 3 в 2, и, в общем-то, Фагли все-таки смог сделать фраг по Шазаму. Есть информация о том, что находится один игрок на коннекторе, но сзади заходит Станислав. И это фраг от Фагли. Второй. Будет ли Станислав против Фагли? Один в один ситуация, клатч момент. Это все-таки допы вторые. Фагли выигрывает этот клатч 1 в 2 для команды Envy. 21-21, да как? Это вообще происходит, друзья? Что вообще за невероятные вещи мы с вами здесь смотрим? Это закончится вообще когда-либо или нет? 42 раунда сыграно. Как минимум 46 будет сыграно. Сколько вообще тут может быть раундов? Пощадите, пожалуйста, друзья. Да, тут уже все нервы, мне кажется, не к черту. Я вот уже вижу, как ваши эмоции, друзья, в чате там просто вырываются. Ну, что уж тут поделать, друзья. Это действительно потная катка. Это 21-21, ну и в общем-то... Это прям здорово. Конечно, если бы матч не шел параллельно, который мы должны смотреть последним. Его мы немножко пропускаем. Вот. Зашел какой-то милый человек, подписался на мой инстаграм, пролайкал все, спасибо, приятно. Да, друзья, вот также мой инстаграмчик, The Craggy, будет очень приятно, если зайдете, там подпишитесь, все дела. Вот, собственно, да. Ну, а параллельно там уже закончилась первая карта, Фурия выиграла против команды United. Друзья, единственное, что я тут могу сделать... Это просто немножко сгладить ваши нервы, опять же, небольшим розыгрышем в виде $3. У меня в группе ВКонтакте, вот, это прям максимум, что я могу сделать. Ну, да, есть немножко валидола, но а разве не за это мы любим вообще в целом Counter-Strike? Разве не за это мы любим смотреть такие крутые матчи, вот как за такими действительно крутыми моментами? Поэтому факт остается фактом, вот, а ссылочку на розыгрыш буквально оставлю в чатике. Если кто хочет, заходите после этого матча, также сразу же разыграем, без репоста, без всего. Короче, как надо. Во, плюс 2 подписки в инстаграме. Я популярен. Закрыли куты, красава. Здорово, дружище. Привет, ребят. Всем добрый вечер. Ой, какой вечер-то. Доброй ночи уже. 2.010 в Москве. Да, время летит, конечно,
Невероятно жестко. Вроде только-только начинал работать. Было 8 часов по Москве вечера, а тут уже бац и 2. Пам-пам. Помню, дружище, помню, конечно. Как забыть? Мне кажется, Envy закроют. Дружище, я вообще вот не знаю, что тут может быть, если честно. Тут вообще какой-то невероятный контент. Тебя плавят. Какие 2, какие 10? Я начинал работать в 8 часов вечера. Вот, у себя по московскому времени. Сейчас 2 утра. Вот, то есть прошло... Не, кстати, прошло не так много времени в целом. А, ну все правильно, потому что я заканчивал трансляцию. Да-да-да-да, логично. Логично. То я смотрю, в ОБСе всего почти 5 часов прошло. Почему всего? Потому что вчера я комментировал 11 часов эфирных. Вот, для вас. Поэтому, ну вот, такие матчи, знаете, когда ты из дома в основном комментируешь, они, скажем так, достаточно часто выходят надолго. Поэтому... Поэтому такие дела. Вот, ну что, друзья, вдохнули, выдохнули и полетели на... Какие допы по счету? Третий или четвертый, друзья? Подскажите, пожалуйста. Третий, наверное, да? Пока всего третий. Сансара, красивая песня, неплохо все. Спасибо. Вот уже, друзья, кто-то узнает, на каком инструменте я играю. И это все в Инстаграме, друзья. Все в Инстаграме. Ну что, Шазам, есть враг по фагли. 5-4. Ситуация для команды Complexity. Здесь ребята начинают защиту. Ну и минута 0.9 на таймере. И выход будет похож, что от команды Envy на точку Б. Действительно, бегут здесь Шазам, у него 19 кп, но у него АВП, который здесь щелкает, но только двоих. Этого может не хватить в целом, убивает Рики Сома. Где на размене убивает Станислава, есть информация также по Рике, отличный коктейль молотов взлетает, но немножко не хватает, подгорает. Теперь по итогу убивает еще как-то GDM, а сейчас Рики, 1-3 остается Нифти. Убивает одного, есть информация о втором игроке, о Рике, а вот о Дефе информации нету, но понимать примерно должен, что где-то неподалеку здесь также должен быть и второй игрок. Деф пока что не идет на сближение, но все-таки убивает Нифти. 22 раунда взяли ребята из команды Complexity. Раунд разницы. На баяне. Ну почти, да. Почти на баяне, да. Это тоже вариант. Друзья, ну что, второй раунд у нас третьих доп получается. Полетели дальше. Смотреть все это прекрасное дело. Станислав врывается на шорт. Не промахивается. Убивает Фагли. Ситуация 5-4 для команды Complexity. Android бивает Nothing. Ситуация 4-4. Сом убивает еще и Шазама. Вот Дефа могут не зачекать. Дефа чекают, но он все-таки убивает слишком сложно для него. 2 в 2 ситуация. Рики по итогу разменял Сома. Опять же, хорошая ситуация для ребят из команды Envy. Такое можно забирать. Надо ставить бомбу. Отыгрывать от нее. Android. О, что это сейчас поставил Android? Нужно просто с его заплентить бомбу. Есть информация, более того, еще и по Рики. Он сейчас уходит из коннектора. И GDM ждет. GDM просто ждет и убивает этого самого Рики. 22-22. 4 двойки на табло, друзья. Такое не часто встретишь в официальных матчах Counter-Strike. Так и есть. Так и есть, друзья. 44 раунда уже позади. Вы представляете, сколько прошло? Если в целом один раунд, ну, примерно, вскидку 1.5 минуты, это... Не знаю, сложно, короче. Ну, где-то час точно. Фагли открывается, убивает Натнега. Фагли открывается, убивает еще и Дефа. Вау. Сом врывается дальше, бежит по коннектору. Здесь Шазама просто забайтили на выстрел и доигрывают его. Сом
ничего не чувствует дальше. GDM открывается по Станиславу, убивает его в смог. И Рики остается последний против четверых. Залазит в окно, убивает Нифти. 1-3 ситуация, но это все же хорошая ситуация для ребят из команды Envy. 23-22 должно быть в пользу ребят из команды Envy. Рики находится на джангле. Выкидывает коктейль молотова. Но бомба хороша. Бомба хороша, по факту нет информации. Это должен быть 23-й для ребят из команды Envy. Рики убивает GDM-а. Ой-ой-ой. Так, микрофон, тихо. Не убегай от меня. Ну, по итогу действительно так и есть. 23-22. У нас в пользу ребят из команды Envy, кстати, очень хороший результат, потому что за атаку ребята взяли 2 раунда. Теперь за защиту можно взять 2 и закрыть сейчас своих оппонентов. Ну, либо комплексти проснутся и возьмут там, например, 2. И все перейдут на еще одни допы. Жалко, что в перерыве у нас нет возможности посмотреть на тап, ввиду того, что банально... не показывают все это дело. Ну, ладно. Очередная небольшая пауза. Пока гляну, сколько у нас участников в этом розыгрыше нашем прекрасном. Тыкс. Параллельно, кстати, Астралис на второй карте 10-1 выигрывает ликвидов. 74 участника у нас, друзья, в розыгрыше на $3. Вот. Забыл, что 747 трансляции. В принципе, кстати, кто еще не поучаствовал, друзья, можете участвовать. Легко вообще выиграть $3. Шансы, кстати, реально хорошие. То есть шансы больше, чем 1%. Не рискую абсолютно ничем. Ну, в общем, не часто такое бывает. Если вкратце. Поэтому могу вам еще раз ссылочку оставить. В чатике заходите. После... Я вот, слушайте, вот мне интересно. Может быть, мы не заканчиваем, потому что я говорю, что мы доведем розыгрыш после этого матча. Я не знаю, как бы. Может быть, команды просто... не хотят розыгрыша или еще что-то, я не знаю. Я вот прям после каждой паузы говорю, ребят, вот после этого, после этой карты, после этого матча мы точно разыграем. И вот просто команды делают допы. Возможно, из-за этого как раз таки... Ох, ну да ладно. Что за розыгрыш, друзья? В ВК заходите, ссылочка есть в чатике, там все есть. Теперь у нас матч. Вперед, друзья. Вперед. Смотреть... ее дело. Ну что, 41 фраг у дефа, друзья. Ой-ой-ой, это жестко, это жестко. Какой рекорд вообще в целом официальных матчей? Я что-то, мне кажется, думаю, что у нас тут недалеко до рекорда. Вроде как 39 было. Может, ошибаюсь, я не знаю. Это, наверное, не включает допы. Похоже, что. Ну ладно, пока не будем об этом, друзья. 23-22, и команда комплекта идет в коннектор. Так, Сом. Сома здесь видно. Деф убивает Сома. В размене Нифти и GDM. Рики убивает GDM, но все-таки убивает Нифти также еще и Рики. Остается последний Шазам против троих. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Давайте смотреть. Шазам, а можно обсервер? Можно не спать? Я понимаю, как бы все бывает, но... Да. Фагли убивает Шазама, и теперь команда Envy, друзья, получает 2 матчпоинта. 2 матчпоинта, чтобы закрыть сейчас все это здесь и сейчас. 42 фрага уже у дефа, кстати.
Ну что, добьют ли команда Envy? Давайте смотреть. Выход от команды комплексити будет похож на точку А. Сом, есть фраг по дефом. Натинг на размене. 3 в 4 нефти. Делает фраг по Рике. Так. Ждем, убивает шестеринцев. Натинг на размене. 3 в 2. Большинство и последний остается Натинг против троих, друзья. Похоже, что это ГГ. После невероятного камбэка это все-таки good game, well played. Команда Envy выигрывает. Это BO3. Что за пот мы сейчас увидели? 25-22. 47 раундов в официальном матче на квалификации. На закрытых квалификациях на DreamHack. Просто какое-то безумие. Просто какое-то безумие, друзья. В общем-то, действительно так. Так, я пока не ухожу, потому что мне нужно кое-что глянуть, друзья. У нас там дальше матч. Соответственно, United и Фурия. Вот, вторая карта. А ребята уже на...